Чё-то я ничего не понял. Вот честное слово. Так. Вроде бы есть смысл, а вроде и нет. Давайте повыполняем. Так и не нашел я четкого описания, на кой черт это вообще нужно. Ну давайте повыполняем. А, вот полиция, кстати. Эй! Да поехали! Да мою возьми, ёлки-палки. Преследуем его, ребята! Вперед! Я на хвосте, я догоняю! Да-да, все за ним. За кем непонятно, но преследую. Я его преследую, парни, я ваш. Ай! Слушай, я нажал-то, идиот, блин. Да хорош кувыркаться, блин. Хватит биться башкой об асфальт. Согласен. Плохая была идея. С другой стороны, баблишко приподнял немножко. Давайте особо пос... Поехали к Гузовскому. Попробовали они бы не такое в России. Ты про меня, что ли? Полиция в России не такое пробует. Насколько мне известно, какой-то херни не происходит. И одна только эта недавняя странная история про какие-то рулоны с обоями, блин, вообще непонятно. Я так и не понял юмора с этой историей с рулонами, блин. Правда, ее уж обсосали все, кому только не лень. Но, блин, так как я на нее, ну, как бы, лента новостей присутствует, тоже ее смотрел, так и не въехал, блин. Росгвардия, ОМОН, какой-то чувак с обоями прыснул из баллончика, за что бы его застрелили, блядь. Как это, реакция у меня, как это... Знаете, так и думаешь, господи, какая же трепетная лань-то там была, баллончика в него, он из автомата в ответ. Серьезно, их в тир, что ли, не пускают? Вот так вот, ребят. Из баллончиков в идиотов с автоматами лучше не прыскать. А полицейский он там, не полицейский, ОМОНовец, не ОМОНовец, это уже не важно. Извините, как говорится, но есть адекватные люди, а есть идиоты, блин. Ёлки-палки. С другой стороны, я бы хотел узнать, что ж там за ядреный баллончик такой был. Здравствуйте. Позвольте-ка с вас плюшки пособирать. Я говорю, так и не понял, зачем здесь есть выполнение этих миссий. Он выкинул один телефон и взял другой? Г. Логика. Да. Да-да, именно так машины себя ведут. Да-да, на таких склонах. Конечно, именно так. А водители именно так и нажимают на газ. Поехали. Банда на магистрали.
Ну поехали. Сейчас спасем всю магистраль. Пытаешься вроде ездить аккуратнее, блин, один черт, машину носит так, что... Шумаю почтение, уйди с дороги. Я еду спасать целую магистраль. Да поверни ты! Чего, блин? А, понятно. Что ж вы такие, ребята, а? Так любите стоять поперек дороги. Да уж. Интересно у нас это, набор заданий, да? Сначала для Брюси тачки угоняем. Потом едем банду нейтрализовать. Да ну поворачивай ты, блин, вот этот вот эти вот медленные... Уйди с дороги, придурок, куда ты стартуешь, блин? Эти медленные заносы так раздражают, блин, это просто пипец, ты вроде скинул уже скорость, все, блин, специально, чтобы тебя не занесло, черт знает куда. Нет, она все равно развернется, даст полный круг, блин. Алло, ну они где вообще? Дали, блин, время? Ты что, специально, козел? Я сейчас не успею, блин. Развлекаемся. Ну, что-то не знаю пока что. А, то есть так мало? Ни хрена себе, дядя разъелся, блин. Ну, вот это да. Кстати, интересно, а здесь правонарушения, они бесконечны? Ну, я. Или как? Ну, то есть просто пока что не очень понятно, нафига я это все выполняю. С другой стороны, имеет смысл повыполнять на этой стороне. Тихо, гаси, у нас синхронное включение. Глухой, что ли? Блин, ты овца тупорылый или кто там, блин, за рулем? Блин. С виду мужик. По факту тупая пизда, блин. Свали с дороги, дебил, блин. Уж даже специально врубил эту, блин, оралку, нет. Подъезжаем как следует под фанфары и сирены. Где этот особо опасный? Подожди, это как не враги, что ли, блин? А, вон ты где. Да пройди ты вперед! Блин! Кифига себе, жиртрест попался, блин. Да, у него ган, это верно. Обжирика, блин, споткнулся, подняться не могу. Тикетс.
Ты жиртрест, а, блин. Не давал пройти. Так, следующий. Родриго Ставнес. Бандитизм. Эх, Родриго, Родриго. Понял. Другую сторону. Что ж ты, Родриго, наделал? Придется за тобой охотиться. Непонятно зачем. Деньги вроде не добавляются. Блин, ладно. Пофигу, Мороз. Есть список, будем выполнять. Может, за весь список, кстати, дадут баблишко. Фиг его знает. Ну, как бы, видите, в активных действиях эта херня есть, так что... Зачем-то оно, наверное, надо. Может, наверное, можно весь город от преступности зачистить. Да... Слышь ты, блин, слепая жопа! Я на вызов еду. Ну, как на вызов? Охочусь. На утку. Пекинскую. Растаманскую в данном случае. Так. Ты еще кто такой? А куда это они? Ты что-то вообще убежали? Исхерали мне... Вау, вау. Да, конечно, да. Вот именно так надо было подпрыгнуть здесь. Это куда они все? Сейчас они разбежались. Что происходит? Что это с ними? Немытый чувак на дороге. Прижмитесь к обочине. Еще два козла. Не, то, что за ними гоняться приходится, это, конечно, офигеть. Странная была тема. Кстати, это кладбище. Сто пудов в день голубь тут сидит на кладбище. К гадалке не ходи. Поехали дальше. Фернандо Тиздес или Тайсдес. Торговля людьми. Слушай, продай парочку, а? А какими именно людьми торгуешь? А ты на развес? Или поштучно? Прикольное место. Стройка какая-то. Ладно, поехали. По факту, конечно, да, имеет смысл поизучать тут все, полазить везде. А может и не имеет. Голуби, блин, вот про кого я задумал. Про кого я забыл посмотреть-то? Голубей же я хотел почитать. Что это за заразные голуби и на кой черт они нужны? Ну, то есть, если у голубей такая же тема, как и у всяких мешочков, статуэток и так далее, то можно их поискать. Точнее, подзаморочиться с поиском. А если... этот... Ну, в Сан-Андреасе, например, я не заморачивался с поисками всех этих квадков и так далее. Ну, там за них какую-то фигню давали, насколько я помню. Подожди, или заморачивался. Ну, то есть за граффити, например, если я ничего не путаю, давали этот уважение в Сан-Андреасе, за подковы, да, за остальные. Я даже не помню, на самом деле, что там давали за всю эту херню. Помню, что я как-то читал описание, так сказать, награды за все это. И понял, что это херня. Ты что, охренел, что ли?
было. Блин. Блин. Так, а по-моему, где-то дом наш родной, нет? Мы где вообще? Да. Да не буду я тебя шутать, отстань. Не хочу, ты мне не нравишься. Где-то ж тут у нас дом-то родной. А где-то рядом с родным домом есть... Так вот он, да. Так тут у нас, по-моему, полицейский участок где-то поблизости был. Вон он, да, я вижу, полицейская машина стоит. Ну ладно, это я удачно взорвался. О. Хочу покачаться. Эй, да, ну блин, я уж думал, веселуха будет. Так, слушайте-ка. Во-первых, давайте пожрем. Устал. Ника Белик, выдохся. Давай, давай. Так, вот дошку захавали. Действительно. Страна абсолютных психов. Так, и надо за броником заехать, да? Да, желательно бы. Здравствуйте, здравствуйте. Позвольте одолжить у вас машину. Да шо ж вы все время их запираете-то, а? Да что происходит? Тачку я ворую, что-то непонятно. Да поехали, блин, а! Да, полицейскую тачку гоняют. Слышите, да, там на фоне? Что это такое, боже мой? Прям такие все испереживательные, блин. Ой, все. Ну, угнали и угнали. Я же для дела, а не просто так. Что, жалко, что ли? У вас этих машин, блин, хреново куча. Вообще, за угон могли бы броник давать в подарок. Теоретически, конечно, можно узнать, где здесь находятся машины спецназа. И заодно узнать, даются ли за то, что ты в нее уселся, броник в подарок. В предыдущих частях такое практиковали. Это сэкономит по 500 баксов. Вот. А каких патронах он мне тогда сказал, что их перебор? Я же на что-то навелся, а он мне типа такой, все, у вас это перебор патронов. Интересное кино. Так, стоп. А, вот про... Вот. А! А, может, он на это навелся? Maybe. Но это хорошо, что у нас этот. Все, дробовичок есть. Поехали дальше. Особо опасные преступники. Тайлер Пикрел. Пикрел. Торговля людьми. Ну, еще один торговец. Всяким разным. Ты мне не гуди. Торговля людьми. Кошмар. По сути, работорговля, если вдуматься. Ну а как по-другому? Хотя... Почти высвистел. Да, есть немного. Контрольный в голову.
Так, продолжаем. Престон Пекиновский. Мошенничество с кредитками. Ну, это вообще страшный человек. Вы еще скажите, что он из банков... как это? Кредитные документы воровал и сжигал их по-тихому. Как там народный герой-то во время ограбления банков находил все эти документы по всяким кредитам, заемам, ипотекам и уничтожал их? В Штатах или в Европе где-то, не помню. Был такой дяденька. Жуткий человек для системы, надо если так-то подумать. Сейчас, как я понял из описания, тут вот эти списки, которые даются, это по списку на каждый остров, типа. Вот, ну, соответственно, переберемся на следующий остров, там тоже это сделаем, почему бы и нет. Вот. Заодно посмотрим, дадут нам что-нибудь в связи с этим списком или нет. Потому что на самом деле от... вот ты какой молодец, а? На самом деле я бы не отказался от увеличения брони. Штука полезная. Все-таки в этой части броня против крупнокалиберного особенно работает, честно говоря, хуже, чем в третьей даже. Фактически. Все-таки в том же Сан-Андреасе. А я все равно все буду с ним сравнивать. Броня была более полезной. Правда, я ее всегда догонял до значения в 150. За счет полицейских миссий. Здесь бы такое усиление тоже пригодилось. В смысле? Отстань, лиси пиди, блин. Я и вижу, что вы сплошной пиди, лиси. Лиси пиди. Ну да отцепись ты от машины-то, блин, а! Ну что за... Ё-моё, я и забыл про это счастье. Нисколько не сомневаюсь, отстань. Мне бы выйти за пределы розыска сейчас. А! Не могу. Так, ну давайте посмотрим приват танец. Кто-то посимпатичнее есть. Так, не, что-то вы какие-то стрёмные. Не-не-не. Нет, ту я уже видел. Давай к тебе пристанем. Да хочу, пошли. Ну пошли, посмотрим на твои пиксельные прелести. Еще не этот дебильный процесс. Блин, ну зачем вот это затягивание? А, он за мной идет. Чувак, я занят, отстань. А, музыки-то про эти американские брата рассказывал. Ой, да уж, сменить ракурс, нажмите М. Да. Вот такие они, пиксельные задницы. Ничего особенного. Oh, I liked that.
Короче, пока я тут развлекался с бабой, вот, приперлись полицейские и устроили веселье. Да нихера не окей, чувак. Сейчас попробуем спастись отсюда. Чувак, не наглей, это моя тачка. Да поехали, блин, ты, Ника! Ты чё, чувак, дурак, что ли? Сейчас немножко погоняем. Тыкс. Пока я там развлекался, глядя на пиксельную грудь. Как говорит правильно, грудь или груди? Конечно, грудь. Через Т? Через Т. А почему через Т? Потому что проверочное слово титьки. Так, как тут... Ой, Ника, ядри... Да, давай, полежи полчасика. Ну мы ж не торопимся, чувак. Ну да, да, давай ты в машину сейчас полчаса будешь залезать, иначе не сразу заведется. Здорово. Ау, ты что, сдурел, что ли? Слушай, меня так убьют. Я не согласен. Главное, коп так и вперся в эту кабинку, знаешь, попытался меня арестовать. Твою мать, а. Ну там один козел прям навстречу едет. Я только думал, что скрылся от этих уродов, блин. Еще один. Ребят, вы заколебете? Хорош появляться у меня на дороге, блин. Поехали, туша, блин, а! Ты что ж ты делаешь-то? Ну повернись ты нормально. Ты смотри, ну так и будут появляться, а. Ну да, какой-то козел за мной там пристроился ровно, и хрен от него оторвешься. Да чё с этой машиной, блин, ты на катке что ли? Слышь, урод! Огонь, блин, Ника! Нажал, блин, стою, держу. Два часа что-то в жопе пальцем ковыряется, блин, вместо того, чтобы стрелять. А что я тут вообще делаю на этом острове? Ребят, мне только проехать, мне только спросить. Мне колесо, что ли, пробили? Да. Слушайте, вы достали на встречке появляться, а? Точно. Сейчас меня убьют, похоже. Спасибо, чувак! Ты серьезно, блин, поехали! Чё это было? Он просто остановился! Он... Что? Почему ты остановился? Что за факт, Дис? Он остановился! Какого дьявола, блин? Ника! Чё это была за херня? Чувак! Почему? Блин, вот это полный звездец. Я думал, этот козел сейчас проедет. Давай, вылазь. Все нормально. А в итоге что? Он просто взял и припарковался там, блин. Слышь, козел, тачку одолжи. Ребят, отлипните от своей машины, пожалуйста, на минутку. Спасибо. Едите вы по работе, соскучились, я смотрю. В смысле? Да вы чё, а? Блин, он смог это сделать. Нет. Не-не-не-не, идите в жопу. Ну чё, они у меня все оружие отжали, да? Да, не все оружие отжали. Не-не-не-не, нахер. Я так не играю. Где там загрузка? Да насрать вообще.
13.00. Хочу. Я не буду я этой херней заниматься. Ничего себе, блин. Так, еще раз, во сколько он сохранился? Угу, нормально. Идите вы нахер, блин. С такими закидончиками. Так, где тут у нас полиция? Ну да, вот про эту тему, блин, я все время про нее забываю. Вот этот дурь, типа, он направил на тебя пушку. Ты, ой, все, я сдаюсь, извините, господин полицейский. Тварь, блин, дикая. А народу-то набежало. Вы видели, сколько их там было? Да заводись ты, бляха-муха. Давай. Алонзо Горалски. Кража со взломом. Страшный человек. Ну, давай. Уйди с дороги, парень. Да уж. Сложно после привыкания к реалиям Saints Row играть в GTA, которая не San Andreas. Квадратные тени. Это так прекрасно. Так, мы едем за грабителем. Интересно, грабитель окажется очень опасным преступником или не очень? Пошел нахер. Свои, блин, заколебал. Чего вы за мной охотитесь? Я, конечно, вашу работу делаю. А вы, засранцы, еще мне палки в колеса вставляете. Ясно, то есть полиция у тебя оружие конфискует. А... больницы нет. Это надо запомнить. Но с другой, нет, даже хорошо на самом деле, что меня арестовали. Во-первых, вспомнил об этом. Ну, вообще как бы напомнили, так сказать, как здесь механики работают. Вас что так много, алё? Блин, когда мне тачка нужна, на дороге вообще никого нет. Как я еду куда-нибудь, нате, получите. Так, стоп, подожди, где он? Кого там? Уродище, с дробовиком, блин. Так. Чё так красивенько. Здесь красная птичка нигде не сидит. Да вроде нигде. Так, давайте смотреть. Берт Рекер. Торговля наркотой. Ну. Чё вы встали, придурки, блин? Торговля наркотиками. Надо поехать прикупить. Так. Это чё, шутка такая, что ли? Смешно. Ну ладно. Навигатор штука такая. Забавная. На, получи, блин. Хрен ты туда попадешь. Ты еще дальше проедешь на 20 метров, блин. Хоть проклятый поворот, блин.
Так, давай. Прогазовывай. Да хватит так заноситься-то, блин, а! Поехали, милая, давай! Уже? Да, похоже на то. Уже, к сожалению, время. Будильник прозвенел. А значит, ой. Не ори. Да, ребят. Стреляете вы, конечно, просто отвратительно. Хотя тачку раскурочили, это да. Денег только за вас мало дают. А Сиджей бы зацепился. Нет, машин уже вообще ни хрена не осталось. Ой, Нико, бляха-муха. Ну, поехали. Последний остался. Фредди Папаро. Угон транспортных средств. Ну, это жуткий тип. Так, но так как у нас уже будильник звенел, то давайте перекурчик и поедем к гостю к Фредди. После этого...